Алло. Алло, алло. Девушка, здравствуй. Я вот по втулкам звоню, которые от туалетной бумаги. Да. Вы мне подскажите, а там замятых много вообще, нет? Ну, не очень много. Где-то а сколько штук их вообще? Не знаю, посчитайте, там на фото видно где-то. Не, ну вы так не помните, ну примерно, может. А вы не сможете там, мне, к примеру, на днях, чтобы там, ну, я думаю, там, чтобы, ну, мне просто 37 надо. Что на днях? Ну, а чтобы, ну, добавить, да, втулок, мне надо, получается, 37 штук. Хорошо, ну, с замятыми, если вместе, то будет 37. Это, получается, мятых сколько будет? Мне тоже надо, кстати, вот эту информацию обязательно. Не знаю, что 15. 15 среди 37, да? А они, получается, же подешевле, да, идут, которые замятые? Ну, если все вместе будете брать, то 50 рублей, а замятые, да, дешевле. А, 50 рублей, получается, за все в круг, да? Да. Угу. Так, я понял. А где забирать вообще? Там же есть адрес, который в объявлении стоит. Не, я просто не смотрел, я поэтому и спрашиваю. Ну хорошо, у нас это район Большой. Это на Большой, да? Алло. Ну да, памятник партизанам есть. Большой, можно доехать. Так, ну, получается, чтобы 37, это сколько еще, говорите, дней надо подождать, когда там? Не знаю. Пару дней. Пару дней, да? Нормально вот так используйте туалетную бумагу. Да, использую. Ага. Все, ну, хорошо тогда, ну, может быть, я, если что, тоже, ну... Постараюсь, потому что он мне вроде использую, но не так быстро, конечно. Ну хорошо. Кушаете, да, наверное, много. Да. Да? А что едите вообще так вот, если не секрет? Ну так.